Здравствуйте, меня зовут Екатерина Голдина. Вы смотрите программу «Афиша» на телеканале «Самара ГИС». Вот и наступает самая долгожданная пора – длинные праздничные выходные. Как красиво проводить старый год и встретить наступающий 2024 в Самаре, я расскажу прямо сейчас. 30 декабря в Самарском литературном музее проведут интерактивную программу для детей и взрослых «Новый год в домике Пэтсона». Пэтсон и Финдус – герои шведских детских книг, и они живут очень дружно. Юные самарцы смогут окунуться в предновогоднюю суету и помочь персонажам подготовиться к празднику, украсить дом, испечь новогоднее печенье и нарядить елку, танцевать, веселиться и, конечно, получить подарки в эту субботу. Начало в 11:00. Самарский художественный театр ждет зрителей на семейный показ спектакля «Приключения Незнайки». Отправиться в цветочный город и увидеть новые проделки жизнерадостного фантазера можно будет 30 декабря в 18:00. Перед началом спектакля юных театралов ждет праздник у елки со сказочными персонажами, хороводами и загадками. Традиционно центром новогодних событий в городе остается площадь Куйбышева. Можно полюбоваться праздничным украшением и сфотографироваться с волшебной иллюминацией или заглянуть в гости к Деду Морозу. Усадьба зимнего волшебника будет работать каждый день с 29 декабря по 8 января с 12:00 до 20:30, 31 декабря с 12 до 16 часов, а 1 января с 16:30 до 20:30. Посещение программ в усадьбе бесплатное для всех желающих. Кроме того, на площади на лесных полянках появилось царство Снежной Королевы. Новогоднее настроение создают герои сказки «Щелкунчик». Установлен мультимедийный комплекс «Часы», с экрана которого прозвучат музыкальные поздравления самарских артистов. Если вы хотите провести время активно, вас порадует горка для катания на тюбингах. Она открыта с 29 декабря с 10 до 22 часов. Также на площади Куйбышева оборудованы два ледовых катка для массового катания и для игры в хоккей, пункты проката и заточки коньков. С 30 декабря по 8 января на стадионе «Солидарность-Арена» вновь откроется Олимпийская деревня. Будут работать различные тематические площадки, а еще пройдут спортивно-развлекательные события. Гости смогут поучаствовать в забегах, покататься на лыжах, коньках, тюбинге и ледянках. Еще для посетителей проведут мастер-классы по таким зимним видам спорта, как снежное регби, хоккей, кёрлинг и синхронное катание на коньках. Юные самарцы также смогут загадать заветное желание Деду Морозу, а всех посетителей порадует выставка сияющих планет. Вход свободный. Уходящий год был очень насыщенным. Нас с вами радовали концерты, выставки и спектакли. Мы узнали много нового на лекциях и мастер-классах. Открывали Самару заново на пешеходных экскурсиях. В следующем году нас ждет еще больше захватывающих и вдохновляющих культурных событий. До встречи в 2024-м!